20 января состоялась встреча с руководителями военно-патриотических клубов Пушкинского округа. До сегодняшнего момента подобные встречи еще не проводили, где можно было задать волнующие вопросы напрямую представителям администрации муниципалитета. Данная работа, она приобрела, что ли, более системный и скоординированный характер. Я вот думаю, что нам сегодня, наверное, стоит об этом поговорить, о том, как мы с вами будем решать нашу общую задачу вместе и сообща. Изначально в планах было провести встречу как круглый стол, но событие вызвало настоящий интерес и собралось около 40 человек. Много чего не хватает в округе для организации полноценных занятий, уроков мужества. Например, недостаточное количество педагогов-мужчин. Вот вы задали здесь вопрос о том, что нам нужны мужчины. Ребята, по поводу того, чтобы провести там, песни из строя, как проводят у нас там, стругмарши проводятся, вот там Софринская школа, вот эти все зорницы, не вопрос, ребят, Софринская бригада МВД. Мы все участники боевых действий, ветераны, приглашайте, мы проведем вас, научим, все расскажем. На встрече обсуждали способы поддержки патриотических объединений и формы вовлечения молодежи к тематическим проектам. Непонятно, какая это тенденция идет, можно ли и нельзя сейчас привлекать школьников, допустим, на мероприятия по уходу за памятниками, понимаете, на такие мероприятия, потому что вроде что-то действует, какие-то законы. Вот. Поэтому то, что школьники вдалеке от нас, порой, когда мероприятия проходят, это тоже не есть. В завершении встречи было сказано, что в планах стоит организовать в нашем округе большой проект «Военно-патриотический фестиваль». В рамках него каждый клуб патриотической направленности смогут принимать участие в разных форматах – от ведения мастер-классов до организации интересной полосы препятствий. Но это будет все осуществимо после методичной проработки способов поддержки и организации усовершенствованной формы подачи патриотического воспитания. Кристина, Александр Девкин, Яков Глейзер, Пушкинское телевидение.